Иногда мне кажется, этот мир сходит с ума. Все уже не черное, белое, а полутьма. Все размыто, рассеяно, с кем общаешься, не поймешь. Сложно быть уверенным, что есть правда, а что ложь. Нет ничего общего у реальности и фейков, которые рождаются быстрее сплетен на скамейках. А то, что сейчас вылезло и несет типа правду, я называю злом и дешевую пропагандой. Какие-то люди сидят за границей, доводят мой народ до фейсбучных кондиций и учат меня, как мне жить и что делать, как хлопать в ладоши и как беспредельничать, как вместо спорта, учебы и дома ходить на проспект, задираться с ОМОНом. Все отработано, парочка вбросов, и ты управляешь умами подростков. Послушай, братишка, с модным айфоном. Думай головой, а не телефоном. Послушай, братишка, с модным айфоном. Думай головой, а не телефоном. Все хотят мира и солнца, жить спокойно и достойно. Но мы люди разные, думаем каждый по-своему. Свободно выбирает каждый по себе идею. Расскажу, что лично я думаю и на что надеюсь. Надеюсь, мой народ мудрый и все понимает. В мире, где правят деньги, бесплатных денег не бывает. Надеюсь, мой народ умный расставит все точки, докопается до правды и найдет первоисточник. Надеюсь, понимают все такую вот штуку. Выбираем президента страны, а не Фейсбука. От количества лайков ВВП не поднимется. Хоть пиши тарашкевицей, хоть пиши латиницей. Заладили дружно про неэффективность, мол, знают как надо, долою стабильность. Продашь ты заводы, проснешься свободным и делай что хочешь, ведь ты безработный. Что будет с тем парнем, кто верит и учит? Он умный поступит, степуху получит, а станет все платным, иди подметай. Врачом будет сын бизнесмена. Goodbye. Послушай, красавица, с модным айфоном. Думай головой, а не телефоном.